280 спортсменов прибыли на первенство края по рукопашному бою. Это большое событие для спортивной Анапы. Вы молодцы, вы люди сильные, вы люди мужественные. В добрый путь, первенство края. Сборная Анапы традиционно в этом виде спорта в лидерах. В числе участников – чемпионы России и края. Основные соперники анапчан – сочинцы и команда столицы края. Ребята все как один настроены на победу. Есть желание победить всегда. Всегда было оно. Ну, настроен победить, конечно. Ну, победы жду. Главный судья соревнований, создатель и руководитель клуба боевых искусств в Анапе – «Белый дракон» Армик Баласян. Семеро его воспитанников выступили успешно, вышли в финал и поедут на отборочный турнир в Абинск в январе 2014 года. А затем, если станут победителями, то и на чемпионат ЮФО. Если нам удастся ежегодно собирать такое количество детишек на такие праздники спорта, это будет здорово. У нас две команды – это клуб «Белый дракон» и боевой самбо «Цунами». То есть мы работаем рука об руку. Это объединенная команда. Мы представляем наш город, курорт Анапа. В целом команда Анапы порадовала тренеров и болельщиков, заняв второе место после сочинцев. На третьем – сборная Краснодара. Лариса Басова, Артем Зибаров, Анапа регион.